Бог творец и сильный, создал человека, самовластно потакая и свою милость являя Адаму и Еве, и все с ними твари. Распоснуйте всеми созданными тварями, созданными тварями, созданными тварями, созданными тварями, созданными тварями, созданными тварями. Спасите,
возвеличися жениши, яко же Авраам. И благословися, яко же Исаак. И умножися, яко же Исаак. Закона
Thank you.
Дорогие друзья, вы знаете, просто все очень, конечно, хорошо, и мы очень рады, что вы вот пришли сегодня здесь и все. Но пока мы здесь, в общем, пели, здесь у нас случилось такое, в общем, такое неприятное одно событие. Вот сейчас вот пели, действительно, не надейтесь, богачи, на то, что богаты, не запрут же от смерти вас каменной палаты. Вот, к сожалению, вот так вот получается иногда в жизни, что кажется, живешь, а потом что-то заканчивается. Сейчас, Володь, прочтите вот это последнее сообщение. Однажды Орлов объелся толченым горохом и умер. А Крылов, узнав об этом, тоже умер. А Спиридонов умер сам собой. А жена Спиридонова упала с буфета и тоже умерла. А дети Спиридонова утонули в пруду. А бабушка Спиридонова спилась и пошла по дорогам. А Михайлов перестал причесываться и заболел паршой. А Круглов нарисовал даму с кнутом и сошел с ума. А Перехрестов получил телеграфом 400 рублей и так заважничал, что его вытолкали со службы. Хорошие люди, они умеют поставить себя на твердую ногу.
вслушиваясь в Маяковского, вслушиваясь в Маяковского, thank you.
Thank you.
когда я вижу человека, мне хочется ударить его по морде. Так приятно бить по морде человека. Я сижу у себя в комнате и ничего не делаю. Вот кто-то пришел ко мне в гости. Он стучится в мою дверь. Я говорю: «Войдите». Он входит и говорит: «Здравствуйте! Как хорошо, что я застал вас дома!» А я его стук по морде, а потом еще сапогом в промежность. Мой гость падает навзничь от страшной боли, а я ему каблуком по глазам, дескать, нечего шляться, когда не звали. А то еще так. Я предлагаю гостю выпить чашечку чая. Гость соглашается, садится к столу, пьет чай и что-то рассказывает. Я делаю вид, что слушаю его с большим интересом, киваю головой, ахаю, делаю удивленные глаза и смеюсь. Гость, польщенный моим вниманием, расходится все больше и больше. Я спокойно наливаю полную чашку кипятка и плещу кипятком гостю в морду. Гость вскакивает и хватается за лицо. А я ему говорю: «Больше нет в душе моей добродетели. Убирайтесь вон!» И я выталкиваю гостя.
Желание сладостных забав меня преследует. Я прочь бегу, но бег мой слаб. Мне сапоги не впору. Бегу по гладкой мостовой, но тяжело, как будто лезу в гору. Желание сладостных забав меня преследует. Я прочь бегу, но бег мой слаб. Я часто, часто отдыхаю. Потом ложусь на мостовой и быстро, быстро засыпаю. Желание сладостных забав меня во сне преследует. Я прочь бегу, но бег мой слаб. О да, быстрей бежать мне следует, но лень, как ласковая тень, мне все движения сковывает. И я ложусь, и меркнет день, и ночь мне мысли стягивает. И снова сладостных забав желание жгучее несется. Я прочь бегу, бегу всю ночь, пока над миром первый солнце луч взовьется, и сон во мне кнутом свистит, и мысли вихрем ветром воют. А я с открытыми глазами встречаю утро. Озвучит эту прекрасную вещь композитор Мартынов. Если он еще здесь. Владимир Мартынов здесь? Здесь. Так, может быть, он озвучит? Композитор Мартынов? Нет. Композитор Мартынов играет сам сегодня. Нет, а вы играете, нет. Где-то можно сыграть сегодня.
Нас всех тошнит. Это есть это. То есть то. Все либо то, либо не то. Что не то и не это, то не это и не то. Что то и это, то и себе само. Что себе само, то может быть то. Да не это, либо это, да не то. Это ушло в то, а то ушло в это. Мы говорим, Бог дунул, это ушло в это, а то ушло в то. И нам неоткуда выйти и некуда прийти. Это ушло в это. Мы спросили, где нам пропели? Тут. Это вышло из тут. Что это? Это то. Это есть то. То есть это. Тут есть это и то. Тут ушло в это ушло в то. А то ушло в тут. Мы смотрели, но не видели. А там стояли это и то. Там не тут, там то. Тут это. Но теперь там и это, и то. Но теперь и тут это, и то. Мы тоскуем и думаем, и томимся. Где же теперь? Теперь тут, а теперь там, а теперь тут, а теперь тут и там. Это быть то, тут быть там. Это то, тут, там, быть, я, мы, Бог. Thank you.
играем сочинение Алексея Айги. Thank you.
Однажды утром воробей ударил клювом в лук пырей. И крикнул громко лук пырей: «Будь проклят, птица воробей! Навеки проклят воробей! От раны чах лук пырей! И к ночи в мертвый лук пырей свалился мертвый воробей». Thank you.
Спасибо. Приходите в понедельник, последний день фестиваля.